Ты в порядке, все хорошо. Всегда с презервативом, значит, все хорошо. Приветик! Черт! Допустим, девушка хочет сделать аборт. Это возможно? Где ближайшая больница? Разве в Миссури есть Альбукерки? По закону, мне нужно разрешение родителей? Я знаю, мы больше не общаемся. Факт. И ты не хочешь мне помогать? Верно. Но мне нужна твоя помощь, и мне больше некуда идти. А в чем дело? Мне нужно сделать одну процедуру. То есть ты не пошла к парню или к своим подругам? Привет! Или к родителям-католикам, а подумала, пусть лучше Бейли Батлер повезет меня за сотни километров, ей же больше нечего делать. Да, вроде того. Бейли! Бейли, ну пожалуйста! Я пошутила. Мне правда больше нечем заняться. Я думала, у тебя Камри. Ура! Приключения! Оклахома, Техас, Нью-Мексико. В Альбукерке будем завтра вечером. Не буду, нет. И в воскресенье уже будем дома. Я ставлю будильник на 5 утра! Время для себя, да? Нужно было что-то запостить, чтобы мне не писали. Или чтобы не подумали, что ты со мной. Ты бы не пошла на такое ради меня. Быть твоей подругой очень сложно. Извини, что не могу всегда быть идеальной. Я не просила тебя быть идеальной. Спасибо за все, что ты сделала. Ты чокнутая дура! Это так круто! Побежали! Я беременна! Я взяла машину маминого парня. Наша машина в угоне? Эй! Если вы не поможете, у нас будут проблемы. Не думаю, что ты правда этого хочешь. Это моя жизнь и мой выбор. Хватайся и держись! На раз, два, три! Раз, два, три! Быстрый был поезд.